И снова здравствуйте, всем привет. Итак, следующий вопрос. Значит, у нас есть город, есть салун, и значит, что-то должно происходить за то, что потом вешают, да? Ну, погнали. Значит, что? Так, есть вот у нас салун. N-панель, скринкаст кей, чтобы вы увидели, что я буду нажимать N-панель. Вот он салун. Здесь может еще происходить какая-то суета. Нужно закинуть сюда, значит, анимацию. Давайте Shift, правая кнопка мыши, ставим пивот к нашему салуну. Просто видите, что ближе приближаться прям уже не получается. Сейчас будем через камеру все это дело делать. Или вот, вот таким образом перетягивайте. Но видите, все равно, значит, это дело вот так может и... Нужно еще с ориентиром посмотреть, как это все. Да, вот сверху смотрим. И вот у нас уже салун. Так, линкуем сюда, значит, нашу анимацию. Файл, линк, коллекция. Значит, что? Есть у нас негр, да? Товарищ. Так, S, уменьшаем нашего персонажа. Так, теперь с помощью мов, наверное. Ох, видите, большие дороги я поделал. Можно их еще поменьше сделать. Надо разобраться, значит, по размерам. И, значит, вот у нас его выгоняют с салуна или не пускают. Что он делает? Так, он заходит у нас на наши ступеньки. Не есть гуд. Так, как-то так-то. Раз. И нужно его чуть-чуть подкрутить. Потому что бутылка летит, значит, не в эту самую, как не в дверь. Поднимаем таймлайн, смотрим на каком моменте. Так, раз. Бутылка полетела. Подгадываем его, значит, под бутылку. Можно ее еще анимацию повыше прописать. Но не суть вопроса, да? Так, негра, наверное, еще сделаем побольше. Так, и опустим чуть-чуть пониже. Так, ракурс, видите, что бутылка уходит, значит, в нашу дверь. Так, 0 на нампаде. Давайте Shift. Так, выберем камеру. Так, камера отключена, камеру включим, включим камеру, Shift F, сочетание клавиш. Посмотрим, где наш находится гражданин. Колесико крутим, вот можно тут по городу гулять прям с разной скоростью, с медленной. Вот колесико подкручиваем, можно вот медленно ходить по городу. Лошадей тут видать, всяких событий, да? Так, ставим, значит, ракурс где-то вот таким вот образом. Так, так, так. Можно, значит, что еще? Shift F. Подгадать. Подойти как бы поближе. Вот таким вот образом. Все это, значит, теперь снимаем. Потом, значит, у нас получается следующий этап разбития бутылки, да? Так, файл. Вот это дело я, значит, сохраню. Файл сейв. И, значит, я это все дело запишу с экрана. Рендер делать не буду, чтобы, значит, не, ну, как, не насиловать ноутбук. Я всегда пишу с экрана. С настройкой света вот бывает. Вот, свет еще нужно будет добавить. Все это дело будет хорошо убрать. Вот эти наши кости. И вот, о, персонаж у нас, кстати, низко стоит. Вот под камеру мы его посмотрим. Под ландшафт тоже нужно доску подкрутить. Все это дело сделается. Тогда, раз он поднялся, выбираем камеру и делаем, значит, Shift F чуть-чуть повыше. Ну, тут можно вот так вот чуть подальше взять.
Можно, значит, с любого ракурса, вот с этого можно посмотреть, как это дело будет. Ну, короче, сниму несколько разных ракурсов. Теперь вопрос состоит в чем? Значит, бутылка у нас полетела. Вот он, раз и кидает бутылку. Теперь нам нужно, чтобы бутылка разбилась вот здесь, да? Так, это один будет файл. Теперь, значит, мы вот этого линкованного гражданина выбираем и, значит, delete, удаляем. Файл сохранен, все зашибись. Теперь добавляем сюда, вот к этому нашему пилоту, значит, бутылку. Импорт, FBX, находим, где у вас будет бутылка. Так. Что-то бутылка есть, а вроде ее как и нету. А ну-ка. Ого. В землю ушла. В другой бок. Не вопрос. Значит, находим нашу бутылку, делаем ей S. G. Так, еще раз G поднимем повыше. Вот сюда. Так, делаем ей размер, какой нам надо. Давайте подгрузим сначала на нее текстуры. Шейдеры. Так. Выбираем бутылку. New. Add. Текстуры. Image текстуры подгружаем. Бутылка у меня скачанная. Так, находим, где у нас находится. Так, бутылка и ее, значит, текстура. Вот она. Все это дело мы подгрузили. Смотрим, как она будет работать. Ну все, бутылка нормальная вроде. Заходим в layout. Все, смотрим, крутим, делаем ей. Размер нужно подгадать. Ну вот, пускай будет вот такая. Так, поставлю я ее, значит, на порог вот сюда. Так, смотрим, чтобы она была здесь. И нужно что? Добавить ей разлет вот это стекла. Давайте попробуем теперь. Вот бутылка есть. Значит, заходим сначала в Edit, в преференции. Находим, значит, аддоны. Находим Cell Factory. Так. Пишем cell. Вот. Object cell factory. Ставим это, галочку здесь, вот квадратик белый. И сохраняем. Если у вас автосохранение не включено, то save preferences. Сохраняем. Так, этот вопрос понятен. По прошлым роликам, да? Теперь заходим в объекты, находим quick эффекты, быстрые эффекты. Вот они. Еще раз смотрите. Вот. Quick эффекты и находим cell factory. Все запомнили, да? Здесь у нас до хрена, значит, настроек. Значит, рандомность. Потом small, big. Привязать, значит, стоять у курсора там. Ну, короче, это все переводить надо. Давайте вот массу, чтобы меньше разлетались, больше ставим. Чтобы меньше, короче, уменьшаем. Volume, Retention, вот этот, все, создаем группу, единица пусть называется 1. Так, вот эти галочки нижние я убрал. Потом, что у нас ставим? Рекурсион вот этот. Ну, давайте поднимем там. Limit 8, ну, пусть побольше будет, не вопрос. Но бутылки много не надо, да? Так, Rando, Smooth можно ставить, можно не ставить. Ну, короче, базовые я оставляю вот эти все. Смотрим. Опа-на. Итак, значит, какая штука. Выбираем, значит, вот закидываем в сцену бутылку. Пусть будет вот этот план, потом вот этот куб. Выбираем бутылку, заходим, делаем
Риджи, так, делаем Object Cell Factory. Здесь тогда ставим 16. Массу поставим, давайте побольше. Первая, значит, у нас группа и большие куски. Ок. Все это дело делается. Ждем. Так, чтобы бутылка была у нас с текстурами, подгружаем ей текстуры. Так, текстуры. Image текстуры. Находим, где находится наша бутылка. Заходим в layout, смотрим, все, бутылка с текстурой. Выбираем нашу бутылку, делаем так, Quick Effect Cell Factory 16,8250, массы побольше. Так, материал пусть будет единица. Так, группа 1. Ну и опять же окей. Так, бутылка сделалась, ждем. Так, смотрим теперь, что на вот эту бутылку ставим Rigid Body актив. На вот эту, значит, ставим Rigid Body. Это будет... Что у нас тут такое? Коллизию отключим, Rigid Body. Это будет пассив анимация. И вот эта штука тоже будет... Так, пассив, анимация. Так, бутылку удаляем, группу выделяем, set object. Заходим, находим Rigid Body, актив не стоит. Выбираем один кусок какой-нибудь. Ставим на него Rigid Body. Заходим в Dynamic. Включаем Start этот. Deactive. Выбираем Selected Object. Теперь заходим Rigid Body Copy from Active. Так, бутылка стоит на месте. Это есть good, это хорошо. Теперь, значит, G. Подводим ее. Не можем ее подвести. Значит, делаем copy data patch. Copy data patch. На место становится. Не есть хорошо. Заходим опять же Rigid Body Add Active. R, видите, да? Если динамик мы отключаем, то такая штука. Так, animation. Так, G. И вот у нас бутылка, значит, разбивается, но... Что такое? Так, она ушла сюда. Теперь, значит, R. Не хочет она крутиться. А ну-ка. Так, это что у нас? G. Не хочет ни переноситься, ни крутиться. Rigid Body, значит, актив. И теперь Rigid Body Remove. А ну-ка. Во.
Так, теперь Rigid Body опять назад. А ну-ка. И падает один кусок. Ставим на нее опять же, так, Rigid Body, это актив. Все, вот она разлетается. Нет, постоянно что-то вот с этими штуками, вроде бы все делаешь нормально, она вот тебе, нате, пожалуйста. Так, что теперь? Так, вот этот план, вот это все оставляем. Бутылка есть теперь. Файл импорт PBX. Находим полностью нашу сцену. Делаем ей S. Так, это delete. Файл импорт PBX. Все для вестерна. Находим Дикий Запад, дом. Так, теперь S. Нам нужно, чтобы этот дом был большим. Так, семерка на нампаде. R. Перевернутый туда, куда нам надо. Так, G. Делаем S, 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 G. И нужно подставить ее к нашей бутылке. Вот этот дом подставить к нашей бутылке. Так, теперь. Транспоз включаем и пробуем его крутить, вертеть. Так, это значит G. Текстуры смотрим, что тут как. Так, S увеличиваем, а ну-ка G подгоняем, подставляем, значит, к нашей двери вот это все дело. Так, вроде есть, да, теперь выбираем наш план, делаем S, делаем G, загоняем его в нашу вот эту, значит, плоскость. Так, смотрим, что у нас тут не так. Так. Нормально. Так, вот таким образом еще нормально. Так, а ну-ка. Select Object. Выбралось все. Надо было в другую группу. Так, а ну-ка. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Делаем всему этому delete. Так, бутылка разлетается вроде нормально. Создаем новую коллекцию. Так, где она тут? Новая коллекция. Так.
И в эту коллекцию, значит, закидываем наш вот этот, как его называют, файл, короче. Так, опять его находим. Где он тут находится? Дом. Все, вот он теперь в коллекции 2. Будет легко, значит, выбирать. Так, S. Семерка на нампаде. Перекручиваем. Сразу четко подгоняем, где у нас будет эта бутылка биться. Перекручиваем, подгоняем. Делаем еще S, наверное. Ну да. Так, теперь подгоняем к нашей вот этой, к нашему плану. Так. Что тут? Где тут бутылка? А ну-ка. G. Так, что-то я никак не подгоню. Так. Так, ну вроде бы нормально, да? Теперь, значит, вот этот план S делаем G. Подгоняем его. Можно даже побольше завести в хату. Хорошо, по-моему, еще текстуры наложить под этот пол. А ну-ка. Так, а если попробовать на этот пол поставить Rigid Body? Так, это значит пассив. Анимация. Так, анимации можно не надо. О! А об этот пол она прям... А, не, нормально. А ну-ка. Вот эту, если delete, удалить. Нормально, а чё? Так, вот это... Во, вот это нормально. Так, теперь. Так, вот эта штука, что она тут очень нужна. А ну-ка, если мы ее тоже удалим и поставим вот эту Rigid Body, да? Так, видите, что здесь тогда она больше как бы разлетается. Но, в принципе, тоже прикольно. Так, делаем Ctrl-Z. Ну, вот от этого, от родного, от куба, вроде как оно лучше, значит, все это дело работает. Так, значит, эта штука у нас готова. Делаем... Где у нас тут камера? А ну-ка, 0 нету. Добавляем add image. Так, lift камера. Подводим, выводим.
0 на нампаде, смотрим, Shift F. Нужно будет снять несколько планов, да? Где-то вот таким вот образом можно засобачить. Так, даже поближе подойти, чтобы бутылку было хорошо видно. Вот так, а ну-ка. Так, нормально, да? Теперь вот видите, что дальний фон, там пустыня-то отсутствует. Да, это не есть гуд. Тогда что можно сделать? А ну-ка. Так. Можно, значит, так вот этой штуки минус новый на текстуру понаходить. Забыл, куда они делись, блин. О, пусть будет темная. Так, сохраняем файл сейф. Так, сохраняем в основную папку, где весь вестерн, чтобы потом не искать что-то, чтобы не вылетало. Так, это... Все, теперь делаем рендер и смотрим, что получится, да? Несколько рендеров с разных участков, и будет все good. Пока бутылку удалим и сделаем файл, значит, link. Находим, где находятся вот это все, значит, бутылки, все сцены. Находим ее, линкуем, находим коллекцию. И получается так, rigid body, вот это все линкуем. Так, теперь, значит, у нас семерка на нампаде. Делаем R. Делаем S. Делаем G. Подставляем это, значит, аккуратненько той части, которая... Вот, ну, чтобы тут скрывалось. Так, да. И где-то вот тут она пусть ударяется, да? Вниз. И вы видите, что здесь эта штука не будет работать. Не работает все. Итак, значит, делаем отдельно анимации, допустим, боя, а потом вкидываем какое-то здание, участки, какую-то локацию, кидаем именно в этот файл, а не наоборот, не делаем в общем файле вот с этим зданием. Не знаю почему, но видите, какая разница вышла. Все, всем пока, до свидания. Смотрим результат, какой получился.
Yeah, but then the short is like down.